Супружеская пара из Нягани в период пандемии начала свое производство сувениров. На субсидию Центра поддержки предпринимательства купили станок. Производство разместили в промышленном технопарке «Синергия». По льготной арендной ставке заключили договор и приступили к заказам. Промышленный технопарк «Синергия» существует всего полтора года. Сегодня он загружен на 60%. Помимо сувенирного производства, здесь еще 8 резидентов. Свободными пока остаются офисные и производственно-складские помещения общей площадью около 3000 квадратных метров. Кроме помещений, технопарк предоставляет и финансовую поддержку, помогает со сбытом продукции. Так Юлия и Александр Гашковы отправляют свой товар даже на Ямал. Мы подали заявку, подготовили бизнес-план, нам его одобрили, фонд поддержки предпринимательства. Причем это получилось очень быстро. Нам выделилась субсидия в размере 220 тысяч. Мы доложили еще плюсом свои деньги, потому что станок больше стоит. Нужно было материал закупить. И открыли свое производство. Мы всегда приглашаем к сотрудничеству как действующих предпринимателей, так и тех, кто только планирует начать производство. Не нужно бояться, нужно уверенно идти вперед. У нас на наших площадках есть также и новички в предпринимательстве, которые, зайдя на наши площадки, получили большой толчок к развитию.